Благословение, родители, Бог вас свидетельствовавший тебе, возлюбленного тебе сына. Праздник крещения или Богоявления относится к числу двунадесятых и предназначается важному библейскому событию – крещению Иисуса Христа. Это один из самых древних и почитаемых праздников среди христиан. На праздник совершается крестный ход. В христианских церквях на реках, озерах освящают воду. Считается, кто трижды окунется в Иорданскую воду в проруби, тот весь год не будет болеть. Прекрасно. Существует поверье, что вода на крещение способна творить чудеса, смыть с человека все грехи и сделать так, чтобы он буквально заново родился. Ой, какая благодать! Очень хорошо! Это Божья благодать! Но традиция окунаться в купель на крещение довольно неоднозначна с медицинской точки зрения. Это не рекомендовано детям, сердечникам, людям с хроническими заболеваниями. Альтернативой этому служит умывание святой водой. На озере Кинон в этот день обстановка царила праздничная и довольно теплая. Да и погода в этот день благоприятствовала празднику. И старый млад, и мужчины, и женщины, и даже дети отважно окунались в ледяную воду. Переодеться и согреться можно было в специально оборудованных палатках. Полевая кухня, организованная сотрудниками МЧС, угощала читинцев горячим чаем. На озере дежурили машины скорой помощи и спасатели. За общественным порядком следили экипажи полиции. В целом праздник прошел без происшествий. Анжелика Гришина, Анна Ботвинник, Максим Лобачев. Время новостей.